На календаре 27 июля. 27 июля 1891 года в Самаре состоялось очередное заседание губернской земской управы. В тот день распределяли обязанности между ее членами. Так, в видении тогдашнего председателя управы Петра Алабина оказалось общее наблюдение за ходом земских дел и хозяйственных операций, а также исполнение постановлений земских собраний и некоторые другие важные дела. 135 лет назад, 27 июля 1889 года, Самарская газета рассказала своим читателям о проездных льготах для учащихся. Тогда на пароходах обществ «Самолет», «По Волге», а также «Якимовых» и «Изевске» учащиеся получили право с билетом третьего класса ехать во втором и с билетом второго – в первом. На пароходах «Любимого» предполагалось приобрести билет за полцены. Правда, только последнее общество выставило у своей кассы надлежащее объявление. Однако сколько самарских студентов прокатилось на пароходе по выгодной цене, осталось неизвестно. Ежегодно в четвертую субботу июля в нашей стране отмечается День работника торговли. А еще сегодня День работника МФЦ в России. В народном календаре сегодня День Акилы или Дозоры. К этому времени макушка лета клонилась к спаду. Погода становилась переменчивой. Часто на поля налетали ветры с вихрями и дожди с грозами. Поэтому урожай нужно было сторожить, выходить дозором. Это все, что мы успели вам рассказать о 27-м дне июля. Всего вам самого наилучшего!